обратно чуть-чуть. Оля, номера закрыл. Видишь, закрыли номера. Не могу. А чем же они закрыли? Ну вот этой штучкой красной. Видишь? Они же сами что-ли сделали? Конечно. Да ладно. Я тебе серьезно говорю. Ну 156, а что там? Там нет ничего. Закрыл табличкой. Незаконно это все. Ну давайте, господи, подойдем и посмотрим. Поехали. Маши палкой. Нельзя перекапывать дорогу. Вот люди собрались, не дают. Пенсионеры, инвалиды. А нам перекапывают единственную дорогу. Сейчас, подожди. Поехали. Ну вот, смотрите, нам перекапывают дорогу. Приехал трактор из администрации, перекапывают единственный съезд. Давай включай трактор-то, копай. Вот что делать, опять нам все перекопали. Стойте там, машите руками. Не давайте копать! Не давайте копать нашу дорогу! Так, уходите оттуда! Ребят, уходите! Сейчас он докопает сюда и все. Ну, вопрос решим. Сейчас он надо перекопать тут. Володя, нам надо это, чтобы мы не даем и фотографировать. Пусть копает. Надо, чтобы это. Ну, убери машину. Давай, давай, копай, копай. Надь, отойди. Трактор, кстати, с администрации Дмитровского. Нет, а номеров нет у трактора. Где номера? Он мне сказал, я с Дмитровского, с администрации. Ну и что, а где номера-то? Нам надо номера заснять.